Впечатлений масса. Праздничная атмосфера чувствовалась уже на входе в спортивный комплекс, где актеры театральной студии «Маска» обволакивали всякого пришедшего магией венецианского карнавала. Мы пришли сюда, чтобы создать праздничное настроение. Я Арлекин, и я жонглирую, как это делали на площадях Венеции. Фото на память у праздничного баннера, и можно подниматься на второй этаж Дворца спорта, который в этот день превратился в настоящий храм искусства. Здесь внимание публики похищали музыканты из джазовой банды под названием «Апрель Бэнд». По словам предводителя джаз-бэнда Виктора Котовича, музыка – это лучший подарок для женщины, а в такой день особенно. Музыка может сподвигнуть человека на подвиг. Музыка может заставить плакать. Музыка может заставить радоваться. Музыка – это вообще жизнь, это волшебство. Те представительницы прекрасного пола, кому удалось наконец совладать с чарами джаза и пройти дальше, попадали в руки мастеров видновских салонов красоты. Парикмахеры и визажисты на практике показывали последние достижения модной индустрии. Это было их подарком нашим женщинам. Но, как известно, требования к подаркам у всех разные. Самым лучшим подарком будет мир на земле, творчество и, конечно, счастливые дети. И это желание будет исполнено. Творчеством зрителей праздника радовали лучшие танцевальные и вокальные коллективы Ленинского района. Вторая часть желания тоже исполнилась, ведь в концерте принимали участие только счастливые дети. Разве можно быть несчастным, когда занимаешься любимым делом? Арина Тупкала танцует уже 9 лет, и по ее признанию, это лучшие годы в ее жизни. Тут нужна большая выдержка, терпение, и когда ты смотришь на результат своего труда, это невероятно приятно и очень красиво. Арина уже давно стоит в паре с Никитой Разиным. Он по секрету рассказал нашей съемочной группе, как поздравить свою партнершу. Я ей подарю цветы, может, и открытку. Ну, в крайнем случае, еще конфеты. Безусловно, лучшие украшения для женщины – это цветы, комплименты и поздравления от мужчин. В этот день всех женщин также поздравил главный мужчина нашего района. Мне хотелось бы пожелать хорошего весеннего настроения, чтобы улыбка никогда не сходила с ваших лиц. И, конечно же, пожелать вам добра, уюта, мира и спокойствия. Будьте счастливы и любимы. Наша съемочная группа и весь мужской коллектив телекомпании «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. Мы счастливы одним вашим существованием и абсолютно уверены, что именно вы, прекрасные женщины, приводите в наш край весну. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. «Видное ТВ».